Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек часов. Итак, для этого мы переходим в приложение настройки. Далее проходим в раздел «Общие». После чего проходим в самый низ и выбираем «Сбросить». Далее нажимаем «Сбросить». Вводим пароль, если он у нас установлен. И происходит сброс. И таким образом мы сбросили настройки наших часов. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.